Нягледзячы на прымаемыя меры, краед працягвае наносіць шкоду лясам, пакуль метад барацьбы з ім толькі адзін – спільванне дрэў з іх наступнай прамысловай перапрацоўкай і як мага больш хуткае спальванне галінак, якія таксама ўтрымліваюць вялікую колькасць жукоў. Для таго, каб максімальна хутка выяўляць пашкоджаныя ўчасткі, у лясгасах задзейнічаюць усе магчымасці. Различныя спосабы используюцца і наземны абход. То есть мои работники, лесники, мастера леса, в том числе запускаем квадрокоптер, который имеется у нас в лесхозе, для выявления очагов кариерного усыхания на ранних стадиях. От момента обнаружения очага, постановки его на учет, проходит не более 2 недель до выписки лесорубочного билета. Каб поспеть выкарыстать пошкоджанное древо на промысловые меты, а коли это не отрымливается хотя бы у якости дров, в лесгасах навод запросили на допомогу специалистов из инших областей. Плановые рубки шмат где припынены, уся увага участкам, на яких находится караед. Каб вызначить колькость шкодников на конкретных участках, лесгасы усталявали специальные феромонные пастки. У вынику стало ведомо, что популяция насекомых повеличилось до 20 разов. Прекратили рубки ухода за лесом сейчас делать. И только основное внимание уделяем выборочным санитарным рубкам. Уборки захламленности и сплошные санитарные рубки. Сейчас вот мы находимся в портале 55 на сплошной санитарной рубке площадью 4 гектара. Где вот видно, что насаджение повреждено вершинным караедом. Некогда ученые лечили караеду особным семейством, але потом понизили их статус до подсемейства. Але на здольность жуков наносить шкоду древам эта науковая классификация никак не поуплывала. Хутчэй наадварот, насекомые почали активное наступление на сосновое насаджение. Згодно с апошнімі дадзенымі областного лесогосподарчага объединения, караеды на Гомельщине уже знішили 7800 гектаров насаджэнняў. Караеды живут в наших лесах не первый год, але люди ведают об их не вельми шмат, где зимуют, сколько часу могут обходиться без ежи, какие химикаты могут их сгубить. До речи, на этом тыдне на территории Мазырского лесгаса упершиню у Беларуси пройдет эксперимент по опрацовке хворых дрэв специальными реактивами. Як чакается, и они допомогут, коли не полностью знишить караеду, то хотя бы снизить его популяцию. Об эффективности эксперимента можно будет мерковать про дзён 10 после его завершения. Хоть уже зараз 100% поспеху никто не обещая, у речи это только эксперимент. Меж тем, у некоторых лесгасах уже выказывают заклопоченность ситуации с насаджениями бярозы. У вынику хворобы, якая поражает гэтые древы, яны так само начинают сохнуть. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район.